Доброго времени, дорогие друзья! Вот хочу показать вот такой замечательный домик. У нас во дворе поставили жильцы дома. Ну, посмотрите, как здорово он сделан. Вот. Теперь в сильную непогоду какие-нибудь небольшие бездомные животные могут в нем спрятаться. Вот такой замечательный домик стоит у нас во дворе. А если что-то подобное у вас? Ждем ваших видео.